раскол церкви – это, ну, это революция в церкви. Это было бы самое страшное, что могло произойти. Этот раскол уже был на Украине. Слава Богу, что митрополит Ануфрий – это подвижник, это настоящий монах. И большинство людей, огромное большинство, оно осталось верно матери церкви. Ну, будет у нас такой герой, как, например, или Амфилохий в Черногории. Там же то же самое, один и тот же вариант, понимаете. Там же тоже законы, чтобы отнять храмы, да, отнять монастыри и передать их в автокефальную церковь, раскольническую церковь. Поэтому сейчас нужно запастись терпением. И, я думаю, молитва, и то, что на нашем городе на гербе Божия Матерь, и то, что Минская Божия Матерь, икона висит в Кафедральном соборе, и то, что действительно совершается литургия, на которой мы действительно молимся, чтобы все люди примирились. Вы представьте, что человек, да снимите с него форму, одну и другую. Это человек с его маленьким сердцем, с его душой, с его мыслями, с его проблемами. Вот человек, понимаете? А когда наряжаться в разные формы, в разные лозунги, разные, понимаете, какие-то желания, конечно, много ошибок и с той, и с другой стороны. Но надо, слава Богу, что сейчас еще работают.